Уже полтора года русские защищали Осовец, крепость среди болот. Не обойти и не объехать. Крепость была для немцев как кость в горле. С самого начала войны они не оставляли попыток взять ее. Обстрелы сменялись штурмами, штурмы обстрелами, но крепость стояла. В августе 15-го немцы готовились штурмовать Осовец в последний раз. Огонь! Атака немцев снова была отбита. Для решающего штурма командование выдвинуло к Осовцу 11-ю дивизию Ландвера, немецкого ополчения. Отделение. Строится получать газовые маски. Спасибо, Герхаузер. Вы очень помогли нам. Отдохните, пообедайте. Эмиссар Красного Креста Герхаузер не знал, что вместе с медикаментами и защитными масками он доставил на позиции баллоны с ядовитым газом. Немцы уже 3 месяца использовали хлор на разных участках фронта, но под Осовцом смертельный газ появился впервые. Появление газовых масок на немецких позициях могло означать только одно – газовую атаку. Найдите мокрые повязки, братцы. Надеть маски. Там же нет живых. Лами! Русские оставили ее несколько недель спустя, когда обстановка на фронте сделала оборону бессмысленной. Подпоручик Котлинский был смертельно ранен в этом бою. Контратака остатков 13-й роты 226-го землянского полка вошла в историю как атака мертвецов. Лишь через 10 лет химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. А еще через 3 года создатель химического оружия Фриц Габер получил Нобелевскую премию.